Всем доброе утро, первый прием пищи и возвращаем Новый год уже сегодня. Здесь у меня на тарелке оливыч. В оливочке у меня здесь получается маринованные огурцы, колбаса, ветчина из индейки и ветчина из курицы. Помимо этого там еще также горох, вместо картошки сыр. Короче, не оливье, но оливье, и вкусно как оливье, и вкусно, и майонезный соус сверху. Здесь у меня две такие некие тарталетки-бутерброды, творожный сыр и семга слабосоленая. Из десертов у меня козинак и шоколадные пряники, чай, земляничный улун. Улун. А на весах сегодня почему-то на пару килограмм больше, чем вчера. Ну, короче, откатили немножко. Вот мой второй прием пищи. Получается два фаршированных перца. И здесь щавелевый суп. И на этом сегодня все, потому что фаршированные перцы достаточно калорийные, если судить по его фат-секрету. Время у нас 3 часа дня, последний прием пищи. Классика. Классика. Я сегодня и так вышел за колораж, поэтому давайте, наверное, на этом и остановимся. Вот зашел только что в магазин на свои вечерние прогулки. Опять какие-то вот эти вот моменты с тем, что у меня есть небольшие какие-то апатии, вот это все, усталость, вялость, ничего не хочется делать, хочется только жрать, есть. То есть я постоянно сижу на кухне, подъедаю там что-то, не записываю, не показываю, мне это не нравится, я из-за этого начинаю еще больше загоняться, поэтому отмечаем все это дело шоколадкой, колой, идем дальше, потому что пора уже брать себя в руки, не хочу, чтобы вот этот блог превращался в какое-то нытье о том, как каждый день я борюсь со своими пищевыми зависимостями, кольными зависимостями, да. Я, конечно, от этого ловлю такой минус вайб, ну, как есть. То есть мог бы это не показывать, просто тихоря съесть. Лучше от этого бы не стало. В любом случае, мерилом моего успеха является вес на весах. И сегодня мы видели то, что там было 93 килограмма. Я понимаю, что это отеки и так далее, но моя цель все-таки худеть, а не ныть здесь и переедать шоколадками и ничего не делать. Вот это надо исправлять.